Андрей Амеляев, Магнолия Легенд. Что о ней замечательно можно сказать? Замечательно можно о ней сказать то, что она лишена недостатков, которые присущи схожей с ней Магнолии Элизабет, о которой рассказывал раньше. Угу. Более правильные, такие академически правильные цветки, не без морщинистых, да, без да, вот видно, этих угу. вот. Она обильно плодоносит, она не стерильна по материнской линии, как это вот, угу. дает схожие семена. Весьма-весьма интересный сорт. А родитель у нее магнолия заостренная. Это материнское растение. А отцовское растение магнолия заостренная субкардата. Форма субкардата. Оба вида имеют желтовато-зеленоватые мелкие цветки. А их дитя вот такое прекрасное. Да, да. Полностью зимостойкое, могу рекомендовать до Москвы включительно и даже севернее. Никогда не подмерзала ни единой почки. В защищенных местах прекрасно растет без вопросов. То есть мы можем рекомендовать смелую для всей четвертой климатической зоны? Ну, практически, да. Вот еще одна красавица магнолия. Это была биржа саженцев. Вопрос задавал Юрий Курский. Всем спасибо.